5 sekundi orayı mı? Orada ben. Açtı. Nek vidiš samo da im biješ šamare. Zdravljamo se samo da skreniš. Da. Onaj bi počeo da koče od letavi. Сейчас ремонтируют дорогу, она будет сремонтирована полностью, это старая дорога, которая в ужасном состоянии, и вот видишь, они сейчас сперва будут приложить брусчатки со стороны, то есть не брусчатки, это как называется, я не знаю, плитки или брусчатки, или я не знаю, и вот уже одну часть сделали, и будут ремонтировать полностью эту дорогу кверху. Сейчас ты слышишь по шинам, как это какая ужасная дорога здесь. Вот, посмотри, какие. Вот, мы поднимаемся наверх. Я хотел показать тебе, где... Сколько далеко от верха к дому. То есть вот мы сейчас выходим из города. Это конец города. Вот, как и сам видишь, эта дорога не очень. Они ее ремонтировали. И сейчас я надеюсь, что они закончат ремонт полностью. То есть новый асфальт будут выложить. Вот видишь, это несколько сотен метров вниз гору, и сейчас через 100 метров будем поворачивать направо. Опа. Вот, а эта дорога здесь тоже в плохом состоянии. Вот видишь. Это моя дорога, и она такая до дома. Это немного осталось. Вот здесь что-то яма появилась с правой стороны. А здесь вместо асфальта поставили макадам. Вот еще 50 метров, и мы приехали. Тут очень много людей умерло. А вот тут находится дом, задето и пару деревьев. Оп, тут не видно.
Тут дом находится, про который я тебе говорил. Тут первый сосед. Вот дом. Вот он. Вот и немножко продолжения. Мы приехали, вот дом в таком состоянии. Отвежите. О. И, конечно, мы взяли с собой кофе. Вот. Уберем этот вот и дом. Сейчас я открою дверь и покажу внутри. Вот, посмотри, что случилось здесь. То, что эти большие, как оси, только большие, сделали свой этот, как называется, я не знаю. И это будет трудно убрать. Тут это, но не знаю, как это работает, надо это построить снова. Друг говорит, что надо закрыть дверь. Хорошо, посмотрим.